еду за другасиком, черным копателем, шутка, белым копателем. Сейчас поедем разрабатывать одну деревеньку, там примерно 1600-1800 год. Может, что-нибудь нароем, не одни такие на Руси. Там черный копатель что-то роет. Но сегодняшние находочки пока что еще очень грустные. Вот то ли 3 копейки, то ли 2 копейки. Заготовка под кольцо и 2 копейки 26 года. Пока что на этом все. На Руси сегодня погода хорошая. Солнышко. Пейзаж соответствующий. Но денег нет. Точнее, денег нет, но вы держитесь. У меня там черный копатель пятак нашел. Но у меня тоже интересный сигнальчик. Копай. Черный копатель. Счет 2-2. Вот такой вот пятачок. Блин, таким пятачком просто убить можно было в ночи кого-нибудь. Моя прелесть. Пятачок раз. И в шикарном состоянии 3 копейки. Сейчас посмотрим. 1900. Какой-то год. Прелесть. Эх, Русь! Копай, копай! Я про Русь. Широкую. И у меня прямой эфирчик сейчас будет. Не знаю, куда поставить камеру. Так. Вот здесь вот, в этом комочке, интересное что-то лежит. Сейчас. Не знаю, как камеру поставить. Так, стоп. Вот так, наверное, будет видно. Наверное. Сейчас мы посмотрим. Моя прелесть. Сейчас. Пейзаж подготавливаем. Нету. Моя прелесть выпала. Хотел. Ну что такое? Опять молодежь. Ну просто состояние идеальное. Ну, в смысле, молодежь. Молоденькая монетка. Даже гурт виден, просматривается. Сейчас я ее помою. Да, что-то мне сегодня одни 3 копейки попадаются. 1893 3 копейки. Ну ладно. Что-то как-то серебра пока нету. Другасик у меня вон копает в тьме тараканей. Здесь я нашел заготовку под кольцо из злотого. Видимо, кто-то думал, что это серебро. А здесь, видимо, жил артиллерист. И вот что от наград его, от костюма точнее, осталось. Приехали мы поковырять одну дорогу, и вот фундамент. Другасик уже там что-то нарыл. По осени мы здесь все, так сказать, исковыряли. Денег нарыли. Посмотрим, что в этом году будет. Чё? А?
Что у тебя? Пуля? Сейчас, погодь. Так, лица убираем. Мушкета, походу, пуля. Пуля с мушкета? Да. Видимо, кого-то захерачили. Как же мы по осени ее пропустили? Да тут дохера. Ладно. Самое интересное еще то, что интересно видеть те пейзажи, которые до тебя никто не видел. У меня другасик долбит царскую дорогу. Очень модно называть любую дорогу царской. Ну и сегодня вот первая у меня находка. Копеечка, 1903 год. Зелененькая и симпатичная. А вдвоем мы в чащу не ходим. Потому что здесь очень необычное место. Здесь можно встретить мишутку и лосяшку. Поэтому только вдвоем. Вот такая вот здесь чаща. Ху-ху. Копатель черный. И у меня 15 копеек 55 года. Не серебро. Похоже, за три похода, осенний и весенний, мы эту дорогу подвыбили. Сейчас я на солнышко поверну. Монеток нет. Вот такая вот непонятная зеленая медяха. Что это такое, не знаю. Это коняшка. Непонятное кольцо. Вообще непонятное, но зеленое. Коняшка. И опять коняшка. Вот пока что все. Эх, денег нет. Но вы держитесь. Так, и вот копеечка еще. 1956 год. Советское золото. Класс. Как новенькая. Эх, монетка. Копейка 1862 год. И это несмотря на то, что мы тут с осени по третьему кругу бегаем. Не знаю, будет видно или нет. Ну, колесико от керосинки. Что написано, не вижу. Ладно, дома посмотрим. Прием уже на выход. И находочки. Вот, похоже, с лошадки украшение. О, вот так вот будет лучше видно. Что это такое было, неизвестно. Ну ладно. А это, кстати, другасик мне подсказал. Это перекип с самовара, то есть когда самовар закипает, лишний избыток давления сбрасывается этим клапаном. Вот оказывается, что это такое. Сейчас посмотрим, что там черный копатель накопал. Вот тот. Я у него уже все отобрал. Ну, пожалуй, самое интересное с моей точки зрения, это вот подобная маниста, которую я нашел подобную в 20 километрах отсюда. Видимо, из той серии. Ну, копеечка. Это кто у нас? Непонятно. И копеечка. Ну, вот самое интересное. Вот маниста. Маниста суперская. Копатель догнал меня. Ладно. Пора домой.